печальное, что и египтяне, и турки, и даже другие менее гордящие своей историей национальности способны на действия массового гражданского протеста. Они не стесняются защищать свои права, иногда делают это достаточно жестко, и тем не менее они выходят на улицу, и они требуют от власти и добиваются от власти того, что они хотят. Вот это пример должен быть нам. А, к сожалению, наша забитая веками царями, различными генсеками, всякими прочими репрессивными органами, начиная от опричнины, население не понимает, что его права самым эффективным образом может защитить оно само. Наши граждане, наш народ сам обязан защищать и отставить свои права. Они все надеются на каких-то царей, добрых царедворцев, но, как мы видим из нашей реальной практики, этого не происходит. И поэтому, если народ не будет защищать и отставить свои права, этими правами и этими благами его никто не собирается наделять. Уж, по крайней мере, совершенно точно в действующей власти.